Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4 Черный флаг. Так, мы второй раз постреляем. Тут загрузился, не сохранилось. Жду, когда пистолет будет помещать 4 пункта. Сейчас Марокко. Познакомить бы вас с моим другом в Англии. Джеймс, он изобретает необычайные вещи. Манифик. Кстати, быстрая перезарядка. Мне кажется, в третьей части как-то дольше было. Поговорите с хозяевами. Получается, у нас 4 патрона. Офигеть, 2 пистолета? Или у нас 4... А, у нас 4 пистолета. Офигеть, он обвешан. То есть сзади 2 висят. И спереди на груди весь в пистолетах. Во дела. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. К несчастью, сломал их оба. Ага. Неужели нам их вручат? Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Он убил ассасина. Трофеи на память. В принципе, как и наш Эдвард. 2 клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу, в ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально. Блин, мне не нравится название задания. Идите за хозяевами. Как будто я раб какой-то. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Сейчас тебя и убью. Сзади подойти. Вот так. Покажите еще что-нибудь. Они наслаждаются убийствами. Дня, ценители. Правда? Использовать стога сена как прикрытие. Все еще обучение идет. Классика. Боже, вот это да. Скрыть. Так, что дальше? Нельзя оценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно, если бить из-за угла. А, из толпы убить, да? Разрази меня гром. Очень умно. Убийства в воздухе по-своему прекрасны. Хоть и привлекают внимание. Покажете? А то. Это одно из моих самых любимых убийств. Манифик. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Мондио, какой сильный удар! Чудес. Опять идите за хозяевами. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? То есть, офигеть, это, получается, был ассасин-перебежчик. Эдвард его убил. Прикольно получилось. Ну, тогда не жалко его. Единственное, странно, действительно, он, Эдвард, все делает как настоящий ассасин, который готовился там годами, с детства которого готовили. Все сделал идеально. Это немножко выбивается, как бы. Ты впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать.
контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор: принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными, или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Сундучок, сундучок. Возьму. Возьму, возьму, возьму. Где ты? Вы хорошие. Ну? А почему я не могу взять? Ладно. Великий магистр! Господин Дункан Уолпол прибыл. Это тамплиеры, наверное. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Ну, этот вроде не подозревает нас. Прекрасно. Из Обливиана пошел, чувак! Костюм как в Обливиане, точно. Во дела! Наконец, все в сборе. И какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца Понимания. Приступим же. Во имя Отца Понимания. Десятки лет назад Совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже 2 десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Это я всегда. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут.
духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Мне кажется, Эдвард просто офигел от этого всего. Он даже вообще не предполагал, во что он ввязывается. Он слышит это все заговоры, тамплиеры, ассасины. Просто там с ума сходит. Думает, блин, что за нахрен? Он думал-то получить монеток неплохо, напухаться, куртизанок снять и забыться. А тут на тебе. Задание выполнено, господин Уолпл, я полагаю. В смысле, я не выполнил? Ограбьте тамплиеров? Стрелковое испытание, разве не прошел его? Вроде всех подстрелил, не? Ну ладно, окей. Ну интересно, прикольно сделали, нестандартная история. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселенте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Угу. То есть начало... Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Они нестандартно подошли к этой части. То есть и человек, за которого мы в реальной жизни ложимся в анимус, он неизвестный. Другой персонаж, и вообще мы не знаем там, что там происходит, загадочность, круто. И здесь мы начинаем с какого-то просто пирата, бандита, который убивает ассасина-перебежчика, выдает к тамплиерам. Офигенное начало. Ох, блин, как я возбужден этим всем. Ох. Нанять пиратов. А сколько они... А, 150 монет. Мне не нужны. Не, прикольно, прикольно. Спасти пиратов? Где? Вот это? Грация, благодарю. Теперь я ваш капитану. Итальяшка, да? Грация. Так, ну лутать, наверное, смысла нету. В сетевой игре, ну, сетевая меня не интересует. Так, а что вот это за бумажка такая тут внутри? Надо один раз взять, посмотреть, что это такое. Так, это здесь. Запретная зона, блин. Ну, блин, Эдвард. Ладно, убью их по-быстрому. Чё страшного? Тот, зараза. Нормально, пинком. Что это такое? Рукописи таят в себе много тайн. Откройте базу данных, чтобы изучить их. Ага, тут на море есть даже красные территории. Прикольно. А, песни. Ну это потом на корабле, я так понимаю, будут петь матросы. Улучшение Эдварда. Я тут могу купить? Это просто написано, наверное, которые. Ну ладно.
Все, я ухожу, ухожу. Так, это что такое? Оружие. Меня пока устраивает мое. Единственное, какие-нибудь усыпляющие бы патроны неплохо было бы. Для тихой работы. С дистанции. Это куртизанки, да? Для отвлечения внимания. Что это такое, Эдвард? Что это за нафиг? Человек, которого зовут Мудрецом. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эх, эй, Эдвард! Сволочь! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. Молодец. А, мудро. Браво, браво. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Мудрец? Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Так, слышишь, сундук? Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Лауриана Торрес. Не зря шкала его здоровья была сразу. Столько ассасинов, я должен их убивать. Холера. Так, где там пистолет мой? Следите за улицей. Чего я камерой не могу управлять? Блин, жесть. Это странно. Ну, дистанция. Зараза. Ну, как он достал? Вот камеры не дают двигать. Слушайте, а может это убрать можно? Невозможно. Прямо вот блокирует движение камеры. Просто направляет туда, куда надо им. Невозможно просто. Целюсь, пистолет меня направляет на ближайшего врага. Когда дерусь, камера закрепляется на месте. Убейте этого человека, кто это сделал, пожалуйста. Чтоб он больше ничего не делал. Блин, нельзя это отключить, придется. Ну это, конечно, жесть. Просто ужасно. То есть камеры не дают управлять. Просто ужасно. Хоть ты убери мышку, выкидывай. Ужас, просто.
отвратительно. Вот, я не могу управлять. Сама крутится, просто направляет везде. Ладно. Так, где там мудрец? Наполовину просадили. Геймплей, конечно, вот эта вот вся система раздражающая. Ну тут интересная сюжетная составляющая. Вот этим вот эта игра хороша. Поймать, это зараза. А тебе ловкости не занимать. Давай скорее, Эдвард. Нифига себе, мудрец. Вроде побитый такой был, несется как сумасшедший. Он, наверное, тоже ассасин, да? Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ноги прострелю. Ой, блин, я, наверное, зря так полез. Ладно уже теперь. Была ошибка с моей стороны. Блин, зараза, какой он быстрый-то! Тридцать метров. Так. Блин, он спринтер какой-то. Болт. Наконец-таки. Ну давай. А мне его убивать нельзя. Только кулаки. Нет! Я же выбрал кулаки! Блин, а! Я выбрал же кулаки. Он, видимо, не успел заменить еще. Тут надо выбрать и подождать, пока заменит. Эх. Нападите на мудреца сверху. А я не буду наверх лезть. Я буду хитрее. Ну и где ты? А, зараза. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Да что ж такое? Да блин! Так, сразу выбираем кулаки. А тебе ловкости не занимать. Так, он здесь побежит. Я могу не бежать даже, спокойно идти и все. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ну иди ко мне. Да. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу.
Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Как-то грасиас — это спасибо. А почему он сказал «и я вас»? Задание выполнено. Человек, которого зовут мудрецом. Офигенно в этой игре. Вот заставки, вся история просто супер. Но геймплей, блин, это жесть. Эти бои. Прощение, не знаю, уровни Сеги Дэнди. То есть камера фиксируется сбоку, и двухмерная игра становится. Это жесть. Ну, паркур довольно интересный, то есть паркур прикольно сделал. Он довольно простой, ну ладно, все-таки нормально. Местами камера бесит, что сама направляется. Стрельба, автоматическое прицеливание. Очень упрощает, слишком, это перебор уже. Тысяча реалов. Славно, славно. Надо перезарядиться, кстати. А почему у меня... А, у меня один пистолет, да? То есть это мне выдавали там временно. Танцовщиц? Это танцовщицы, да? Да. Танцовщицы. Угу. Ты смотри, попугай Ара. Прикольный. Не, красиво Гавана сделано. Дизайн уровней прекрасен. Города, конечно, в Assassin's Creed великолепно сделаны. Так, где там сундук? Сверху? А, все, вижу внутри. Ага. Золотое кольцо. Кольцо чисто деньги, да? Здесь ничего больше не дает. Так, залезу-ка я сюда. Надо трохи синхронизироваться, то ничего не видно. Блин, офигенный вид. Эх, Гавана. И музыкальное сопровождение. Короче, в этой игре все великолепно, кроме геймплея. Боевую систему им надо переделывать и убирать вот эти вот цепляния камеры, они раздражают. Чтобы я сам управлял камерой, чтобы она нигде сама не направлялась. Надеюсь, что в новых частях Assassin's Creed они уже исправили это. Но это просто безумие. Когда пистолет наводишь, он сам наводится на врага. А зачем я тогда тут нужен? Это странно это все. Или когда бой начинается, камера сразу сбоку ставится и все. Это так нельзя делать. Есть претензии? Какая жалкая подачка. 1000 реалов за эти карты. Это что? Всего 100 фунтов. И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми.
Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Пират? Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Боннет такой прикольный. Анимация лица у него какая-то очень такая прикольная. Актер интересный. И, видимо, тут motion capture был нового уровня с этой части, потому что анимации лиц значительно улучшились. Особенно на Боннете это видно. Прикольно вообще. Эх, вечерок. Легкая дымка. Прекрасно, красотища. Найдите стражника. Так, это красная территория. Ага, тут все закрыто. Окей. Так. Дымовые бомбы. А я здесь прячусь, не? Это не ананасы случайно, не? Даже не знаю, что это. Так, кругом враги. Кого-то надо гулять. Вот нету никакого дистанционного оружия тихого. Это плохо. Зараза. Иди-ка сюда. Иди-ка глянь. Ой, сундучок. Что там было? Перенести его? Ну, стелс тоже прикольный, мне нравится в этой игре. Боевая система корявая. Но это из-за геймпэдов, к сожалению, из-за того, что на геймпэдах очень сложно камерой управлять, приходится геймдизайнерам очень сильно резать игры. За это очень много игр пострадало. Так, тот бы не заметил меня. Свист? Находясь у... Да знаю я про свист. Ага! Эдик. Эдик. Ну! Дико глянь. Ну? А, понятно. То есть, если бы я его в стог убил, то тогда бы ключ не смог взять. Поэтому я не мог его убить в стогу. Я ж кликал, но не получалось. Освободите мудреца. Этого мы скинем, наверное, вниз. Когда он подойдет сюда. Не, прикольно сделана вот эта стелс-система. Классная. Хорошая в этой игре. Все четенько. Проблема там наступает, где надо камерой управлять. То есть геймпэд, он хорош для двухмерных игр. А где трехмерное что-то, начинается сразу проблема. То есть там надо помощь, автоприцеливание, автозакрепление камеры, вот это все. Ну, я, кстати, помню про это. Частенько разработчики говорили. Помню, когда второй кризис разрабатывали, говорили о проблемах геймпэда, что приходится сильно урезать
уровни. Проще игру делать. Так. Чё там такое упало? Ну. Ха-ха-ха. Сейчас мы его гуляем из туалета. Из будки. Славно. Туда его внутрь. В чулан. Это было круто. Так, там сверху стрелок, снайпер. Как бы он меня не заприметил. Назад смотрит. Холера. Мне пугает тот верхний, и тут кустики. Кустиков нету, да? Ну! Не услышал. Снайпер же сразу увидит, небось. Никто не заметил даже. Так, ну тот снайпер, конечно, сверху, он мешает. Как бы его убрать? Залезть, чтобы не заметили. Надо попробовать. Так, сейчас это убьем. Из тага, я так понимаю, можно убивать вообще, не беспокоясь. Никто не видит. Так. А у них хорошее зрение. Холера. Так, надо убивать этого сверху. Во что бы то ни стало. Только не падай вниз, пожалуйста. Не падай вниз. Фух, молодец. Так, теперь по веткам, наверное, да? Меня не заметят так? Славно, славно. Красота. Да ладно вам. Вот этим ассасин офигенен. Это всей акробатикой. Ну, боевая система, конечно, оставляет желать лучшего. Она простая слишком. Простая не в том, что легко, хотя легко тоже. Но она какая-то, знаете, ну, упрощенная какая-то вот. Так, а этого я не убивал. А почему я не могу бежать? Ладно. А кто этого убил? Вау! Тут кто-то поорудовал до нас. Постоя! Так как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом! Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола.
Неудачно. Есть претензии? Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем, вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Не, он прикольный все-таки. Классный персонаж. Такой яркий. Живой. La cena. Cometela rápido. Ужин ешь быстро. Голоден? Так. Это напоминает побег из тюрьмы. Да ладно, так легко. Офигеть. Убивайте стражников из-за угла. Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Куда и так быстро? О? Иди-ка сюда. Так и повернулся еще обратно. Ну? Так, у меня сабля есть. Все забрали, надо брать, значит. А че он кинул-то сабельку-то? Возьми-к. Так. Эдик, а че он назад? Прекрасная анимация. Блин, ты двоих уже там убил. Оставь мне хоть кого-нибудь. Не услышал, да? Холера. А не, все нормально. Все славно. Может, шашки у кого-нибудь есть там, дымовые? Не, не повезло. Зато пуль набрал. А, у меня пистолет есть, 9 пуль. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.